Всем привет, мы играем, короче, сам на шоколадном сервере, там у нас летсплей, стримов нету пока что. То есть будет два раза в неделю, наверное. Всем привет. Потому что у нас много часто стримы. Вот. Сегодня мы с Владом, я думаю, попробуем вступить в русский медведь. То есть в русскую мафию. Так, значит, мы сейчас куда едем? Мусора. Куда мы едем-то? В русскую мафию. Нас возьмут? Ну, может быть. Нарушаем ПДД. Сбиваем бомжей всяких. Дымимся. Так, значит, надо тачку починить. Хотел деньги раздать. Деньги раздам потом. Может, давай в мафию не будем вступать, не хочу. Надо. Не, лови. Там новое обновление вышло. Бомбу можно ставить. Потом не выйдем оттуда. Почему? Слэш лиф, блин, и все. Я нет. Вообще-то да. Там это улучшение надо. Ну, у меня тоже нет, да уволят, не ссы. За деньги. Не. Да. Блять, куда я поехал? За деньги увольняют. Они просто так увольняют. Когда начало сервера было, то было написано. То есть это они писали, короче, то, что за бабло. Но это раньше же было, а не сейчас. Итак, короче, мы сейчас починимся и поедем. Возьму таких торчей или не возьму. Смотрим. Так. Ну, короче, насчет стрима будет, наверное, два раза в неделю или один раз. Потому что вряд ли кто-то будет 4 часа смотреть от начала или до конца. А летсплей мы думаем делать намного чаще, раз 5 в неделю. Ну да, задроты такие, компилить каждый день. Не, ну посмотрим, короче. Вот. Стримы будут. Блядь, ну ебучие. Летсплей, может, там где-то по 30 минут, где-то, может, поменьше. Где-то так. Вот. Просто летсплей, я думаю, все будут смотреть, и они короткие, а стримы очень большие. Не, ну стримы тоже можно делать, но... Как сказать, там кто-то будет промежутками смотреть. Всякие там моменты. Подрезал так. Да. Что-то у меня залагало. У меня тоже, кстати, чутка залагало сразу. Это нам из-за сервера. Не супер-то. Да нормально. А за вступление еще платить надо, там, наверное. Там 10 тысяч вроде на форму. 10 тысяч, у меня 4К. Да нам хватит. О, там люди есть. Какой-то Влад Кочмук. Тут надо фамилию русскую иметь, чтобы ранг повышал. Повышали тебе, ты в курсе? Да, но мне не надо. Собеседование есть. Бля, напиши, собеседование есть. Да как у мафии, ты дурак, что ли? Напиши, собеседование есть. Тварь ты, коп. Номер ПКОП, да, иди нахуй. Напиши, собеседование есть? Я написал собеседование, сейчас мы посмотрим уже. Ну, короче, посмотрим, возьмут нас русский маркер. Так, я сейчас, секунду. Собеседование, не знаю, там, возьмут нас в маркер. Да у меня бибилька, кто не знал. Это третий ранг. Ну все, он отыграется от тебя. Так что смотри, будем, короче, жопу лизать. Первый ранг такие не торчи. Я скажу, что ты делаешь. Ну так. Блин, он третий ранг.
Че он за что? Какой ЧС? Че он там писал? Я тебя в ЧС занесу. О, напиши вот этому Адаму. Можно собеседование? Собеседование давайте, чуваки. Возьмите нас, мы не подведем вас. Слышь? Влад, надо сесть. Как вот так? Слэшаним. Какой? Сесть на стул. 56. Да. А нет, давай 57. О, 57. Хера, я там что-то провалился. Сука, блин. Ты что делаешь? Смотри. Ну ты что написал, фу. Норм. Причем какая разница, транс, не транс, берите в мафию и все. Вот именно какая разница. Напиши, когда собеседование. Может, у них сейчас уже собеседование? Пёрни ты, слышишь? Фу, войне. Охрененно. Смотри, что пишут. Сейчас нас расстреляют, как собак. Здравствуйте. Напиши, да. Какую мафию, дебил что ли? А че? Пошли. Так ты с ним идешь, у меня другой. Что мы будем делать? Представьтесь, пожалуйста. Маэстро Лакоста. Русскими только. И говори, что он пишет, я тебе буду говорить, иначе тебя не примут, МГ, ебаная. Сколько вам лет? А, тебе пишут. Паспорт, блин. Сначала сервера такого не было. Теперь вообще какие-то правила. Он написал полнейший РП, то есть слэш ми достал папку с документами, слэш ду папка с документами в руках, а потом передавай паспорт и такое. Ну че, писать фамилию в общем? Нет, слэш ми достал папку с документами. Ты че тупишь? Так я достал паспорт. Скайп есть. Ничего, он тупит, на, паспорт. Метание гранат. Ну вообще ВК. Ну жди, мой тоже ВК стоял. Торточка, может там правильно смотрит. Мой тоже вот ВК ушел. А вон твой вышел.
Пиши слэш ми, достал папку с документами. Да я уже сделал, он открыл паспорт. А, все. Читай. Читай это, блин. Мое криминальное прошлое он читает. Пиши слэш пас 400. Да я вижу. Изучил. У меня там законки вообще мало. -86 вроде. Или посмотрим, что он скажет. Сэр, вы нам подходите, у вас криминальное прошлое. Если у вас было бы там 200к плюс, извиняйте. Изучаем. Че он там изучает? Да этот мой уже минуту стоит в АФК. Думает, что сделать? Лицензии покажи ему. Блин, да чё он в ФК стоит? Изучил, сейчас опять будет там. 1, 2, 3 изучено. На водку. На водку не хватает. На водку. Блять, чё это ФК? О, вышел, неужели? Так, выписку из тира. Это скиллы. Как там? Чего? А. Ну все. Лис или лиц? А? Чего? Лис или лиц? Что именно? Ну что, что, эти скиллы? Скилл? Вы не подходите, да пошел ты на этот бич. Не хотел сюда идти, да. Он писал незнание РП. Да пошел ты в жопу. Ты где? Я здесь. Вояка патроны привез. Да, запомни мне. Богдан Белов. Нифига у них на банке 1 323 973. Офигеть. Пошли отсюда. Да подожди, сейчас меня Адам примет. Ты моего брата обидел. Топори, бей его. Я не могу, убегай. Короче. Написал, лох ты, твой брат. Еще давай до свидания. Пошли. Пошли, забей на эту мафию, да. Меня. О, меня приняли. Все, пошли. Подожди. Сэр. Можно какое-нибудь. Дай мне свою тачку. Подожди, иди сюда. Я не хочу в эту мафию, нахер. Не знаю, не РП, я им все сделал, они же не знают, что там, что почесать яйцо должен, левое. Им. О. Что? Пошли отсюда. Что ты делать-то? Сюда иди. Ну тебе. Ну тебе скин. Хм. Пошли эти. Ща. Да и хуй с ним, пошли. В общем, ладно, вступили. Вступили.
Этого уёбка не взяли, как обычно. О, я кастет взял. О, менты здесь. А мне ничего не взяли. Уходим отсюда, уходи. Еба, сваливаем. Ушел? Сваливаем. А, ФБР, ёб твою. Садись. Ебать их тут. Заткрой тачку и поехали уже. Ты сел? Погнали. Да. Бля, я не могу. Там мой муж. Там мой муж. Во. Открой дверь. Бля. Подожди. Валера. Я своя. Садись. Да открой тачку. Да я открыл. Это точечка какой-то. Поехали с ним. Охуели что ли? Сука. А, меня кикнуло. Ёпта. И меня оглушили эти бичи. Че? Че? Нон РП какие-то. Так. Ну ладно, перезайду. Давай. Я что ж думаю, поедем лучше бомжам деньги раздадим. И уволиться нафиг с этой организации. Что я сделал? Слушай, что я сделал? Я сейчас напишу Валере СМС. И скажи, что это за дела такие? Сейчас. Может, без палева уйти? Я ему написал, сука, маэстро, не трогай нахуй. Я вот тут спрятался за машиной. Уезжай отсюда, мафиози. Тут какой-то бомж приехал, короче, на тачке. На сабре или на чем. Ну, собрать, ты там еще? Да, ты такой вообще мяша. Я сейчас приеду. Я взял эту снайперку. Да я напишу, так вам и надо. Где ты, который мне не хотел взять? Напишу ему. Где ты? Как его звали? Какой-то Вузи, да, какой-то. Вуди, не знаю, как-то так. Напиши, если бы взяли, ничего бы не было. Написал, посадите его. Так, я еду, я уже скоро. Смотри, его посадили, но. Облава такая вообще, да? Кевин Робинетто на 30 дней. Ха-ха-ха. Я написал, вы кто такой? Давай, до свидания. О, самолет посреди дороги стоит. За какой нахер он? Обычно. Он пишет, ты кто, Вики? Я написал, брат. Это Валерий пишет? Да. Напиши, любовник. Она сказала, поедешь с мной? Куда? Валера пишет? Да, в КПЗ. Подожди, подожди, ща я снайперку взял, сейчас я их посливаю. Валеру слив. Правда, у меня только 30 патронов. Я думаю, хватит. Хотя бы на одного Валера должно хватить. Пипец, взяли, просто задеймили машину. Смотри. Закрыл бы, написал. Да пошел он на этом бичи. Поехали отсматриваться отсюда. Подожди. Ты где? Давай как преступники на самолете улетим. Слышь? По мне стреляют, сука, уёбок. Где ты? Я здесь почти приехал, блин, но по мне стреляют. Ты где? Давай на улицу выйдем. Так я и так, блин, а Валера что, в доме? Да. Выходите. Я там. Я где машина розовая. Ой, розовая, оранжевая. Видишь её? Не-не-не, подожди, я с другой стороны совсем. С
другой стороны, ты где? Сзади дома? Да, да, да. Давай, поехали. Я ушел. За мной погоня идет. Help me. Ты где? Вон я тебя вижу, кажись. А, всё, да, вот. Миссия выполнена. Садись за руль, слыши, машину не закрывай, за руль. Это куда? С винтовкой мочить их. Нахера? Нахера они нас трогают? Вон они, нихуя их там. Это вообще мясо. Я бы туда бомбой кабель бы скинул. Еще капец бы. О, тихо. Ты кого там мочишь? Мента ебашу. Ты тут езди рядом. Все, садись. Ебать, ты где? Тут я, бич. Погнали, все, гони нахуй, гони. Похуй, гони, блядь. Сука, назад едь, блядь. Вали нахер этот столб. Сука, погнали, а? Какой экшен, стой. 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 Блин, нахер отсюда. Давай езжай, я не сдамся без боя. У меня еще 28 патронов. Где тачку можно починить? Мент, вон он. Где они тачку? Свои, тихо. А, я не знаю. Езди пока здесь, если что, заберешь меня быстро. Я поеду там, где мы чинимся, окей? У, ну давай только быстрее. Тут мафия, тут едет. Да блин, иди сюда, ты такой экшен. Ты бы видел, сколько здесь мафии. Вот, там где какой-то едет. Ну мафия, давай еду отсюда. Блин, колеса пробиты, я бы сюда. Едь, чинись. Да я еду чиниться. Тут нет, за мафиози бежит, слышишь? Я чуваку колесо сейчас пробью. О, пробил, все. А где там Вузи? Вузи с этого. Слышь? Да нету его, блин. Они внутри, по идее. Да я не знаю, туда мафиози забежали. Да нахрен, я не буду садиться. Я буду 100 лет ехать до починки. А мне кажется ли, мы их слили, или они нас? Что? Мент! На, сука. Ой, сука, убил с дигла, блин. Сука. А, ну пофиг, у меня хп полные. Я выхожу из больнички, уже вышел. Так, у меня больница. А, с ФФ еще, блин. А, мне тачка попала. Ты где? Да, Калигула, короче. А, иди поиграй в аппарат на свой 4000. А ты где? Я перезахожу. Ну блин, зачем перезаходил? Я бы тебя забрал. Около СФ ты меня не забрал. А, ты там. Далеко. Ты 8-й? Я? Что, 8-й? Да. О, полиция, да. Едет, полиция едет. Да, да я там одному, блин, броник снял, один раз осталось выстрелить. Куда мне ехать? А ты где? Калибо. Не знаю, есть ЛС. У тебя есть на чем ехать? Нету. Ну вот. Такое мясо было. Капец, ты видел облаву? Блин. Охренеть. Я аж охренел, когда увидел столько мусоров впервые. Прикинь, туда с базуки так стрельнут. Я думаю, серию надо назвать «Облава мусоров». Да, конечно. А, хорошо, спасибо, кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Да, всё.